Слушаем следующего. Аника Кравченко, серийная техника в творчестве Антона Вебера, на примере первой кантаты для сопрано, смешанного хора и оркестра, опус 29. Научный руководитель, профессор, доктор искусствоведения Марианна Сергеевна Высоцкая. Флешку, да? Сейчас. По-моему, все. Я нашла. Спасибо. Так, ничего страшного. Сейчас все будет хорошо. Наверное. Может быть это, кстати. Но по идее. Почему-то нет. Может быть, еще раз попробовать? Если вы можете какие-то поменять, я не знаю, компьютер, как будто бы скрин выбирал. Тогда делаем маркировку из-за технических неполадок.